Здорово всем, друзья, с вами DoublePlay, и мы продолжаем Soul Knight Prequel. И в этом новом сезоне, в этом новом году мы будем немножко иначе записывать видео, ребята. Я думаю, вы заметили, что фон теперь у меня, точнее, другой, то есть у меня вот только меня должно быть видно. Я не знаю, первый ролик записываю с хромакеем, короче, с этой темой. Я не знаю, насколько идеально это получится или вообще хреново, поэтому... Прошу судить не строго, буду учиться, буду пробовать. Во-первых, он не сильно идеальный цвет подобрал. Ну, вы его не видите, скорее всего. Если вы не видите, это значит хорошо все. А, ну и плюс камера, само собой, тут нужна помощнее. Ну, ничего страшного. Я думаю, что все будет прикольно. Это не главное. Опять-таки, новый сезон наступил. Всем приятного просмотра, ребята. Сейчас будем читать, что там добавили, что там будет. Так, отправляйтесь в Ксанду, короче, новая какая-то территория, она будет называться Ксанда, чтобы объединиться с новыми друзьями и одолеть злодея, покусившегося на их мир. А, то есть это вообще другой мир, что ли, уходит? Вас ждут новые области снаряжения, навыки и классы, также захватывающие залы событий и подземелья, склоненные Хелксаром. Ага, то есть тут уже другой злодей у нас. Приобретите в новом сезоне золотой медальон Ордена, скорее всего мы это с вами и сделаем в этот раз. Чтобы открыть начальный класс травник, вот, для этого и надо будет это все сделать на самом деле. Травника можно синтезировать с другими классами, получить 4 престиж, ну типа гибридных классов, да, это по-моему. Друид, дикоход, дальний ход и шторм-шаман. То есть это, наверное, шторм-шаман с этим, да, с магом бури. Объединенный, друид, посмотрим, короче, будем сейчас смотреть. Интересно, конечно, с чем это все это будет объединяться, делаться. Золотым медальоном ордена вы получите доступ к новому питомцу и еще большинство количества изящных декоративных предметов. Нормально. Сезон первый начинается. Победив Варколина, ваш рыцарский орден отправляется в Ксанду, на Ксанду, чтобы помочь новым друзьям одолеть злодеи, покусившиеся на их мир. 5 новых подземелий, 130 плюс предметов обычного снаряжения и 70 предметов боссов. Нифига себе. А, ну да, если так посмотреть, с каждого босса там, в принципе, если набираем, собираем карты, там же еще идет броня, 4 вида оружия на каждого босса. В принципе, нормально. Плюс еще и дополнительные боссы есть скрытые. Ну, типа там, после там 6 появляющихся вечером, какие-то днем появляются. Короче, такая вся херня. Поэтому, в принципе, если так посчитать, то нормально. Один из судьбоносных эффектов, это то, что тут интересно. Новый начальный класс травник. Понятно. И 4 престиж класса, а это понятно, что мы читаем только что, новые облики, декор питомца, это ясно, на новая система улучшения снаряжения, вот это интересно, что это будет, настой Хелксара какой-то еще будет. Новые залы событий, оскверненные Хелксаром, это понятно, мы это тоже почти то же самое прочли, но некоторые нюансы, конечно. Давайте сначала мы зайдем с вами. Так, скрыть постоянных персонажей, в смысле. А, видите, можно так, короче, их фильтровать, нифига себе. Ну, пускай постоянные пока будут, потому что нам надо зайти за этого красавца, которым я в предыдущем ролике вам показывал, то, что я уже им прошел эти испытания Валькирки и добрался аж до Сердолика. Сердолик, как правильно произносится. Так, получаем награды, это не страшно, так как самоцвет у нас на каждом персонаже, то есть, появляется. Текущие события, что за текущие? Ага, тут типа целая тут аж рекламка, но я понял, это типа через браузер, да, все это открывается. Получить награды, ребята, сезон сертификат. Наивысший ранг, которого вы достигли, ну, это не то, что я достиг, это в принципе наивысший ранг был. Так, давай не глупи. Ключи 10, билетов 10 тысяч. Класс вообще, ребята, супер. Так, что у нас тут? А, это мы смотрели. Еще какие-то украшения ученика рыцаря. Подробности. А, тут можно покупать. Понятное дело. Так, а что-то я этой медали, медальки-то не вижу. Так, сезон первый начинается. Ага, это мы тоже получаем. Ну, давайте я получу это уже на новом персонаже. Тут новые какие-то предметы интересные. Ну, понятно, Ледит, это ясное дело. Все мы прекрасно знаем, понимаем. Ага, это повесим у нас в честь какого-то там китайского этого, да, праздника, наверное, Нового года или что-то там. Понятное дело, понятно. Так, вроде все это взяли, ага, ну-ка глянем, как это выглядит. Круто, оно еще и анимацию свою имеет, ребята. Вот честно сказать, да, вот я об этом задумывался, как будет дальше, если я буду друидом-то играть или что-то в этом роде, то...
Подойдет ли этот скин на него? Не знаю. Но, ребята, есть один прикол, я вам попозже покажу. И этот скин может на другой совсем класс попасть, подойти, который вы прекрасно знаете. Но об этом опять-таки попозже чуть. Так, а если еще вот и шлем убрать, ну, точнее показать шлем, как это будет выглядеть. Так, даже настройки. Отображение шлема. Вау! Нифига себе, какого-то босса похож стал, а? Круто. Так, а что у нас, кстати, по Валькирке? Она еще здесь у нас существует, присутствует. Да, играть мы уже не можем в эти подземелья. Но, тем не менее, дары остались от этой Валькирки. Блин, как же она охрененно выглядит, да, ребята? Мне очень нравится, серьезно. Твою мать, прям такой жесткий. И на самом деле. Я, кстати, я смотрел где-то на ютубе, кто за золотой прошел. Ну, тоже прикольно, но не настолько охуительно. Так что не зря постарался, скажу вам. Ну, понятно, не считая наград. Наград это тоже офигенно. Так. А ну-ка. Че я вообще сюда захожу? Все. Давайте на всякий случай все равно этот скин закинем туда. Наш сундучок. А это что такое? А, то есть у нас теперь есть... Понятно, понятно, это хорошо. А ну-ка, я не могу... Ну, давайте потом проверим. Я все равно закину это сюда. Ну, как я понял, типа, мы можем любой скин себе... Давайте так сделаем, давайте так проверим. Вот, у меня вот этот купленный скин взять. Облик Шелкунчик. А, то есть я могу с другого персонажа спокойно облики брать. А если убрать? А ну-ка. А, ну все равно у меня в инвентаре остается. Ну пускай будет Шелкунчик пока что. Все, поехали. Уже все-таки смотреть новый наш сезон, ребята. Видите, я даже захожу за этого персонажа. Что-то новый сезон не активируется. Не знаю, что за прикол. Ну, неважно. Потом разберемся. Давайте сразу вскроем наших старых друзей. А, так, я вообще хочу сделать его уже, так скажем, друидом. Посмотрим. Да здесь можно будет купить сразу там, ну... Так скажем, новый класс или там, короче, медальку золотую. Если он друид, то будет прикольно, если у него будет как-то, ну, не знаю, выглядеть прическа. Хотя хрен с ним, прическу можно в любой момент потом поменять. Самоцветов, сами знаете, у нас достаточно этого дела. Пускай такое будет. Так, лицо поменяем, потому что это лицо было на нашем предыдущем основном персонаже. На нашем ассасине. Фиг его знает, какой выбрать. Вот давайте так, типа травник, знаете, такой изучающий, какой-то, типа ученый в плане... Так, сюжет, да, сюжет тоже пускай будет. Ну и опять-таки придерживаемся нашего ника. Хорошо, что можно их повторно. Так, кажется, вот эту карточку нельзя, да? Или можно? Символы недопустимые. Давайте так, оп. Каждый раз забываю, кстати, сколько раз уже создавал персонажей. Так, да, можно сразу приобрести. И анимант у нас тоже есть, ребят, но его можно купить теперь за 500 самоцветов. Это на самом деле офигенная новость. И если мне все-таки травник не так понравится, как хотелось бы, да, все возможно, ребята, то, скорее всего, мы с вами будем делать шиноби. То есть уже проверенный вариант, имбовый вариант. И, так скажем, для того, чтобы было... Я это сейчас на данный момент сделал, ребят, для того, чтобы вам было интересно, для того, чтобы наше прохождение стало намного интереснее и там разнообразнее и красочнее. Я для этого делаю так. Сейчас я куплю, задоначу и куплю золотой медаль. Обычно. Не надо вот это следующий, открыть роскошный медальон. Ну, типа, нам сразу открывает. Сразу получит наград с отличным рангом. То есть это в любом случае мы выбьем. Я все равно играю часто. То есть 20 рангов нам сразу не надо получать. Зачем? Просто купим обычный медальон и потом своим, так скажем, трудом будем добиваться наград. Так, сейчас я куплю и мы продолжим. Ну что, пополнил я нам рыбку, вот эту, донатную. И я надеюсь, что это достойно уже вашего лайка и подписки, если все еще не подписаны. Поэтому вместе с вами мы сейчас покупаем, приобрести товар. Да. Приобретаем. Золотой медальон куплен. Травник у нас тоже теперь есть. Он теперь тоже куплен. Начать. Блять. Да ну, чё ты игра прикалываешься?
Так, да, я немножко, да, прическу им поменял. Пускай будет так. Более такой, знаете, ботан будет у нас выглядеть сначала. Потом, если что, прокачаем, будет круто, конечно. Так, все, за травника начинаем, наконец-то. Пропустить обучающую часть сюжета игры. Да, блин, хер его знает, не надо, думаю. Пускай обучает, ну, может, какие-то здесь новые механики будут. Да и плюс это тоже интересно посмотреть, тоже всякие разные. А, все. Верно, трудиться, хочется есть, может, уже пойдем к обеду. Так, подожди. Да, блин, а я думал, это что-то новое будет. Тю. Не, ну такой обучающий, короче, темку не особо хочется, конечно, проходить. Кто-то быстро его завалил? Точнее, их. Или это мне так кажется, что я быстро их завалил? Так. Что у нас тут? Можно ли пропустить обучение? Так, да, ладно, давайте посмотрим, что он умеет. Так, мастерство токсинов повышает урон от максимального количества зарядов отравляющей хвори. Ага, то есть мы будем налаживать яд и, соответственно, больше, короче. Что-то будет проходить. При использовании отравляющей хвори максимальное количество зарядов изменено на 2. Корректировка урона на 200%. Серьезно, что так много? Это типа на 200% больше урона будет наноситься по врагам или что это за прикол? Выглядит, конечно, очень, так знаете, так заманчиво. Отравляющей хвори. Так. Повышает урон от максимального количества зарядов отравляющей хвори. То есть заряд имеется в виду то, что вот этот черепок зеленый будет над врагом, да, если один, то типа такой-то урон будет 2, это значит. Или типа каждый заряд будет по 200 урона. Корректировка урона происходит. Короче, я не знаю, но это, ну, мы реально завалили этих первых чуваков очень даже быстро, да? Так, что у нас дальше идет? Это, а, подождите. Бросает флакон с ядом выбранного врага, чтобы использовать замедление и отравляющую хворь на небольшой территории. Активный навык, перезарядка с навыка 7-5 секунд, стоимость 6 ЕД. Ну, понятно. О, кстати, несколько зарядов, типа, может быть, несколько. О, 2-3 раза кидать сразу, да? Ну, понятно, у нас как он стреляет, ну, посох, короче, у него какой-то пироманта, да? А ну-ка, а если вот так кинуть? А ну-ка, если вот так кинуть? Хрена себе. Он уже в начале как имба, блин. Дай. Круто. Это уже интересно, на самом деле. Давайте посмотрим, что у нас дальше тут. Шторм листьев. Призывает вихрь листьев, который после небольшой паузы набрасывается на врагов. Враги, страдающие от травящей хвори, получают дополнительный урон от яда. Еще и плюс тут баф. Ну, точнее, так скажем. Плюс к урону, так скажем. Блокирует часть запаса маны, чтобы активировать ядовитую ауру, которая усиливается. Это надо посмотреть уже. Ну, это надо открыть, чтобы увидеть, что и как именно она усиливает. Так, при использовании любого зелья вы получаете бонусный эффект случайного ранга. Время действия эффекта должно истечь, прежде чем вы сможете получить новый. Зелье вы получаете бонусный эффект случайного ранга. Так. Тоже надо открывать, чтобы понять, что именно оно дает. Так, восстановление. Тратить ману, чтобы восполнить количество использованных многоразовых навыков и запасы зелья у себя, у союзников. Так. Ага, то есть сразу восстанавливаются вот эти все остальные-то там зелья. Создает ядовитое облако, насылающее отравляющий хворь на врагов, повышающее получаемый ими урон. Это прикольно. То есть ты, блин, параллельно, ну, кинул эту херню, они больше урона получают. Еще бьешь, еще и это облако, короче. Выглядит это все, конечно, неплохо. Возможно, даже своего доната оно будет стоить, так скажем. Не, ну выглядит прикольно. Давайте я уже это все пройду, ребята, это все вырежу, потому что это всего лишь обучение. А уже когда что-то новое интересное будет, мы продолжим. Короче, ребят, я прошел обучение. Это, конечно, все хорошо, ребят, но я не могу понять, как сделать так, чтобы, ну, начать, ну, типа, новый сезон. Что-то странно, короче. Ну, просто игра так же все работает. Ну, типа, новый персонаж, да, я создал, не спорю. Ну, блин, неужели надо будет новым персонажем все это вот это проходить теперь? Для того, чтобы в итоге нас закинуло на новые локации, на новые вот эти дела. Непонятно, ребят, на самом деле. Ну, давайте тогда пока что выйдем с друида, так скажем, да? Потому что это все время, как бы, все дело. И мне интересно все-таки посмотреть, что там дальше будет, что там нового именно конкретного добавили.
Может быть, я просто рано начал играть, фиг его знает. Давайте сейчас посмотрим. Давайте за обычного попробуем, так скажем, поиграть. Ну-ка, наш главный персонаж. Ну, должно же где-то что-то появиться, где-то что-то открыться. По-любому. Так не может быть. Так. Так, высокий, понятно, у нас не открылось. Новый какой-то там режим, да, так скажем. Так. Ага. Вот. Что-то пошло. Что-то пошло, ребята. Еще разок. День-день. Ты торчишь тут сутки напролет, мэр. В туалет сходить не хочешь? Осталась еще одна монета. Я знаю, мне повезет. Здравствуй, дедушка мэр. Чем занимаетесь? Это же Devil Play, собственной персоной. Позвольте, я представлю вам нечто удивительное. День-день, здравствуйте, я новейшая модель нашей линейки. Гасяпон какой-то автоматом. Три семерки. Наша корпоративная миссия дарит богатство и радость каждой игрой и наполнять восторгом все вокруг. Более достойной и благодарной миссии, на которую стоило бы потратить собственные средства, я просто не представляю. Короче, дед залип. Казино. Ага, золотая капсула Гасап. Угу. Так, у меня плохое предчувствие, что дедушка мэр уже не вернется. Так, теперь вы можете использовать автомат, чтобы вытаскивать капсулу. Понятно. С помощью монеты для Гасяпона, такое тупое название, блин, даже произносить не хочу. Получите множество наград и призового из призового фонда автомата. Автомат находится рядом с модой стужи. Испытайте свою удачу. Это не то, что я искал, но давайте посмотрим, что это такое. Так. Ага, это за рекламу, типа, да? Или как это что? А, вот еще монеты какие-то, которые нам в подарок дали. Ну давайте закинем одну, фиг с ним, вытащить капсулу, монеты, да. Одна штучка есть, просто испытаем удачу, мало ли. Так, синяя выпала. Это вот мне, чтобы закрыть. А, это типа декор или же предмет для этого. А, что у нас, кстати, тут друидит? Уиллард. В лесу вновь воцарилась гармония, это хорошо. Хочется, да, понял. Это хорошо, конечно. Как же открыть дальше прохождение свое, блядь? Ну, первый же сезон, правильно же? Так, подожди, давай посмотрим тут. Чё там? Ну, Анду появился. Зашибись. Допустим, появился. Что делать? Ты на английском, конечно же. И попробуй пойми. Как туда попасть? Вот мне что скажите, пожалуйста. Все, конечно, замечательно. Ладно. Какой-то автомат мы с вами нашли. А ну-ка, давайте, может, сюда, может, плавать на охоту. Нет. Что еще может появиться? Валькирка еще на месте так стоит. Ну, телепорт у нас. А ну давай посмотрим сюда, пойдем. Мало ли, может быть тут надо еще какой-то. Мало ли, хрен его знает. Может как-то переключать можно эти сезоны, блин. Я не знаю. Надо будет глянуть обязательно. Ну. Здесь больше нет новых локаций. Это возвращаемся. Прям по полному счету купите любое количество сушеной рыбы, чтобы получить этот бонусный подарок. А, все, пусть я это тоже получу. Если почувствуете усталость, я могу снабдить вас необходимым железом, чтобы враги разлетелись вправо. Продавец самоцветов начал с вами разговаривать. Можете не верить мне на слово, но все отмечено и оценено. Ага. Мне, в принципе, этого достаточно добра, поэтому... Чё? Так, что такое? Сбой пошел, да? Зашибись.
Так, вернуться в город. Поняли, почему-то игра решила, что я уже в городе нахожусь. И, короче, такой вот баг произошел. Короче, я не знаю, в чем прикол. Ну, может быть, в гильдию пойдем. Там что-то появится, там что-то изменится, так скажем. Так, опять ежедневные задания. А, кстати, эти задания это в итоге повторяются, поняли? Вот это все прошел еще раз, проверил, как оно все это выглядит. И опять по поводу сэр Крутыша, вот это ежедневное задание нам дают. Кстати, ежедневное задание прикольное, на самом деле. Так, убедиться с игроками, использовать локальную сеть, это понятно для онлайна. Так. Да блин, видео получилось длинным, а я так и толком, походу, я вам показать ничего не смогу, что ли, выходит. Так, пуф, белый змей. А, это там. Можно расставить здание. Так, давайте еще раз посмотрим. Ладно, возвращаемся на главный экран, блин. Короче, ребята, поискал я инфу в интернете и тут посмотрел все остальное. Вроде как говорят, короче, это такая нахрен тупость на самом деле, что созданным персонажем в новом сезоне надо пройти вот эту всю хрень, весь сюжет, поняли, новым персонажем. И тогда вам откроется сюжет первого персонажа, и это вроде как будет связано с восточным стилем, там вот это сёгунаты и говнаты, блять, ну... Пиздец, честно говоря, я сильно расстроен. Ну блин, что нельзя было? Я даже специально вот зашел за персонажа старого и попробовал там Варконина победить. Победил, ничего не меняется, ребята. Короче, надо в любом случае качать того травника, поняли? То есть этот сюжет вы весь видели. Ну, я постараюсь как можно раньше все это сделать и постараюсь с вами поделиться с новым, так сказать, новым контентом. Блин, я, честно говоря, пока это все делал, устал, блин, капец. Я пока искал, все это делал, много времени на это потратил. Ну, поэтому, надеюсь, вам этот ролик понравился. Прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, пожимайте на колокольчик на все уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Также делитесь с друзьями. Вот такая вот инфа. Если вдруг я ошибаюсь, может кто-то знает получше, что там на делте происходит, пишите обязательно в комментариях, ребята. Мне это очень поможет. Я очень буду благодарен. До следующего доса, всем удачи, всем пока.